Добрый вечер, друзья! Спасибо всем, что пришли, спасибо, что смотрите «Дизель-шоу». Поверьте, мы этому очень рады. Друзья, мы провели небольшой соцопрос, в результате которого мы узнали, что большинство украинцев считают «Дизель-шоу» не только самым смешным шоу, но еще и самым красивым. И в подтверждение этому мы решили сегодня провести на этой сцене конкурс красоты «Мисс Дизель-шоу». Окей. Все 17 участниц на сцене. Это значит, что мы можем начинать наш конкурс «Мисс Дизель Шоу». Егорчик, я позвонил по поводу сауны. Ничего себе! Вот это ты крутой! Столько девчонок на вечер собрал! Молодца! Да, это же, наверное, сумасшедших денег стоит. Саша, ну о чем ты говоришь? Это конкурс красоты, «Мисс Дизель Шоу», понимаешь? Конкурс? Тогда в конкурсе «Мисс Дизель Шоу» побеждает номер 3. 7 и 11. Так, девчонки, поехали. Подожди, Саша. Так не пойдет. А! В конкурсе «Мисс Дизель Шоу» побеждает номер 4, 12 и 7. Саша, нет. 8, 9 и 14? Ну просто скажи, каких девчонок ты выбрал, я остальных заберу. Саша, ну, о чем ты говоришь? Это самый настоящий конкурс красоты. Более того, ты в жюри. Я в жюри? А, правильно, да. Потому что я самое объективное жюри. Правда, семерочка? Самое. Ну что ж, один член жюри у нас уже на месте. Добрый. Жень, что случилось? Что, опять несварение? Неужели Дед Мороз прочитал все мои 17 писем за 17 лет? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Женя. Здравствуйте. Ой. А мы с вами уже виделись. Я вас видел в журнале «Максим». Можно сказать, что мы с вами бывшие. Жень, да что ж такое? Почему такая бурная реакция на девушек в купальниках? Ты что, никогда не видел? Таких нет. Господи, ну что, даже на пляже? Откуда у нас в Белоруссии пляжи? У нас моря нету! Здравствуйте! Здравствуйте! Я не думал, что выше еще что-то есть. Поехали со мной в Беларусь, в Минск! Жень, ну что ты делаешь? Ну успокойся. А что я должен делать? Ты должен быть в жюри и выбирать победительницу. Я уже выбрал! Женя, ну конкурс еще не начался. Это вне конкурса. Женя, ты женат. Черт. Поехали в Брест. Там есть крепость, нас там никто не найдет. Все, Женя, отпусти, отпусти. Извините. Все, ты в жюри. Встречаем следующего члена жюри. Евгений Игошенко. Егор. А я здесь. Где? Где здесь? Номер 14. Женя, что происходит? А что, это же конкурс красоты? Ну? Я тоже хочу поучаствовать. Вообще-то это женский конкурс. Да круто, у меня так еще больше шансов.
А на интеллектуальном конкурсе я их вообще всех сделаю. Зека, я тоже вначале хотел их всех сделать, но Егорчик не разрешает. Так, иди. Иди одевайся и быстро в жюри, быстро! Следующий член жюри. Это что такое? Это что здесь? Что за ёлки-палки? Добрый вечер, Егор! Что? Что происходит? Что происходит? У нас происходит конкурс «Мисс Дизель Шоу». Мисс Дизель Шоу? Да, «Мисс Дизель Шоу». Давай, наверное, не будем так часто это говорить, потому что мы с ними репетировали, что они после каждого «Дизель Шоу» аплодируют. Подожди, если сейчас конкурс, то почему не участвую я? А ты серьезно? Сама догадаешься или за рулеткой сходить? Понятно. Ростом не вышло, да? В Диснейленде на горки не пускают, шампанское не продают, паспорт требуют. В родном шоу не могу в конкурсе поучаствовать. Вик, ну давай ты успокоишься и дашь нам провести конкурс. Хорошо. Спасибо. Ну, спрячься где-нибудь. Итак, друзья, следующий член жюри, очень уважаемый член жюри, Олег Иваница. Известный режиссер. Режиссер, звоните в любое время. Оу, решите сняться в кино или в рекламе, звоните. Надумаете сняться в X-Factor Дети, пишите. Егор, я хочу участвовать в этом конкурсе. Ладно, ладно, только успокойся. Друзья, небольшая корректировка. В рамках конкурса «Мисс Дизель Шоу» спасибо. Пройдет еще один конкурс «Мини-мисс Дизель Шоу». Участницы на сцену! А ну, брысь, мелюзга! Егор! Ну, мы же свои, ну... Ну так в том-то и дело, понимаешь? Ну, не можем мы своих проталкивать, чтобы никто не сказал, что наш конкурс проплачен, понимаешь? Ладно, я. Вот придет моя подруженька Яночка. Она тут устроит истерику. Викусечка, я уже тут. Где Янчик? Номер 13. Ты че, лохудра белобрысая? Мы ж подруги. Викусечка, в шоу-бизнесе нет подружек. Ладно. Хорошо, я вам покажу. Расступились, ёлки-чёлки. Яна, а ты что здесь делаешь? Я победительница конкурса. О, подожди, ну результатов же еще нет. Егор, кому нужны эти формальности? Короче, я даже себе суперприз придумала. Значит, фотосессия. Я, Каким Кандашьян, ставлю вот сюда бокал и так через плечо наливаю шампанское. Ну, вообще-то, Ян, честно говоря, тут максимум рюмочка. И то, если на клей посадить. Ну, если хочешь, жидкие гвозди, как кому нравится. Егор! А с чего ты взяла, что ты победительница? У меня на голове корона! Вот это? Нет, это бижутерия. А вот настоящая корона сейчас за сценой. И ее вынесет... Для вручения победительница конкурса «Мисс Украина» Наталья Киев. Марина, Житомир. Номер 245. Марина, корону должна была вынести... Участница конкурса красоты, понимаешь? На.
Мисс Житомир. А это 96 или 69? Понял, понял. Я даже не буду спрашивать, где сейчас человек, который был в этой ленточке. Да жива она, жива, только глухая на правое ухо. Окей, Марина, пожалуйста, пока подожди. А мы сейчас определим мисс зрительских симпатий. Естественно, это мы сделаем с помощью ваших аплодисментов. Стойте! Судя по аплодисментам, победила я. Спасибо большое. Девчонки, не расстраивайтесь, у вас все впереди. Это так неожиданно, мама. Ну что ж, мы услышали твое личное мнение. А теперь мнение профессионального жюри. Итак, ваш вердикт. Александр, прошу вас. От подобной красоты я просто ослеп. Поэтому победительницу мне придется выбирать на ощупь. Да, это Саша! Саша! Извините, пожалуйста. Ну что ж, следующий член жюри. Олег, пожалуйста. Олег! То, что Викочка вышла на эту сцену в купальнике, это уже ее маленькая победа. Да. Победа над ее маленькими... Олег! Комплексами. Спасибо, Олег. Пожалуйста, Евгений. Вам слово. Евгений. Глядя на одну из наших участниц, хочется перефразировать классика. Грудь — это очень полезный предмет, когда она есть. А когда ее нет... Женя! Спасибо. Да что вы все прицепились к моей груди? Действительно, ребята, было бы там к чему цепляться. Женя! Я не то хотел сказать, Вика. Так и скажите, что я в этом шоу лишняя. Викусечка! Да, Яночка! Ты в этом шоу лишняя! Что ты такое говоришь? Она сама попросила сказать. Никакая ты не лишняя. Ты основная. Да? Более того, ты настоящий символ дизель-шоу. Правда? Ну, конечно же, правда. Конечно. Викуля, потому что сегодня именно... 18-й выпуск нашего Дизель-шоу! Кого? Где? Дизель-шоу! 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 Мы здесь веселимся и всех веселим! Дизель-шоу! Заправим, настроим, зальем, зарядим! Дизель-шоу! Садитесь удобнее перед экраном! Дизель-шоу! Со всей семьей на любимом диване! Нас женщины любят, мужчины и дети! Мы самое доброе шоу на свете! Дизель-шоу! Дизель-шоу! Получив чугунной сковородкой по голове, муж понял, что на чугунную свадьбу лучше было дарить айфон, а не сковородку. В семье у Саши и Яны примерно такая же ситуация. Смотрим. Янчик, привет! Привет, Сашечка, Сашунечечечка! А ты что такая довольная? Опять купила что-то? А у нас праздник! Яночка, у меня вообще-то праздник. Это тот день, когда ты тратишь меньше 5000 гривен. Я эти дни в календаре даже красным отмечаю. Пока красные белым проигрывают. Нет, Саша, не этот праздник. А какой? Интересно. Так, что тут у нас? О, день банкира! Нет. День таможенника? Нет. День таксиста? Саша, нет. Хорошо. Что нам скажет лунный календарь? О, так сегодня ж это у нас полнолуние, да? Нет. Солнцестояние? Нет.
Что нам скажет православный календарь? День великомученика Александра. Ух ты, как совпало-то, а? Ну нет, Саш. Куйран-байран? Ты что, барана купила? Саш, ну что ты такое выдумываешь? Ладно, я тебе намекну. Это наш праздник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это сложнее уже. Берем наш календарь. Да. Так. Саша, что ты делаешь? Да я вот смотрю, сколько у нас дней в году, в которых мы вообще ничего не отмечаем. О, вот, 17 штук у нас их. Вот это, Яна, и есть праздник настоящий. Ладно, я тебе скажу. У нас годовщина свадьбы. Так это я помню, что там. Конечно, помню. Ну, сходим в ресторан, отметим. Саша, я все подготовила. Вот. Вот тут теперь мне уже реально страшно. Саш, ну это не просто годовщина. Яна, это мы просто живем 2 года. Не просто 2 года, а так 2 года, как 2 корабля бороздят по морю. Как 2 голубка начали вить свое гнездышко, где маленькие желторотики... Да это я помню. Так вот, Саша, у нас бумажная свадьба. Саша, это очень важная годовщина для каждой семьи. Ведь больше бумажной свадьбы не будет. Потому что потом идет кожаная свадьба, льняная, стеклянная, деревянная, оловянная. Это что, заказ на стройматериал или что? А на 9-й год жесть. Яна, у нас жесть началась с первого дня знакомства с твоей мамой. Она мне тогда еще сказала, держись. Она с тебя все высосет. А я вообще дурак, не о том подумал. Это список гостей. Я не понимаю, это список гостей или перепись населения? Саша, ну это все гости, которые были у нас до свадьбы. Но это же и их праздник. Ладно, допустим, этих я знаю. Вот это что за люди? А это все очень важные люди в моей жизни. Это все мои подписчики в Инстаграм. Они мне реально все как родные. Аренда ресторана? Ничего себе, Яна. Зато туда можно приходить со своим алкоголем. Я договорилась. Подожди, вот тут написано. Алкоголь 50 тысяч. Ну не умею я договариваться. Офигеть. Торт. Ничего себе. Не, до свидания. Нет, торт очень нужен. Яна, мы покупаем торт Рошен или всю компанию в целом? Саша, это просто тортик. А, там стриптизерша внутри? Нет. Снаружи? Нет. А, это он лично пек. Саша, это обычный тортик. Ой, обычный тортик. Так, что это? Бумажные шляпы, аппарат для производства ваты, батут, глотатель мечей. Короче, нет, это бред, до свидания. Так, вот это что такое? Предоплата 5000 гривен. Что это? Уже не важно. Стоп, как это не важно? Подожди. Голуби, 10 тысяч гривен. Саша, это агентство реально обещало найти именно тех голубей, которых мы тогда запускали в небо. Ладно, хорошо. Но этих мы выпускать точно не будем. Пусть они у нас годик поживут, мы их будем каждый год использовать. И так, глядишь, к 5-летнему юбилею мы в ноль выйдем. Хорошо. А еще я буду в своем свадебном платье. Ты же его продала за 50 тысяч. Ты не представляешь, сколько мне труда стоило его вернуть за 70. Ну хорошо, хоть вернула. Ну как вернула? В аренду на 3 дня взяла. А еще я заказала у дизайнера такую же фату, в которой была на свадьбе. Яна, не тупи, пожалуйста. Просто пойди возьми в шкафу ту же фату, в которой ты была на свадьбе. Саша, в той меня уже все видели. Что люди скажут?
Яна, вот это что такое? Что? Шарики, 5000 гривен. Что это? Ой, Саша, это так будет красиво. Мы со всеми гостями выходим на улицу, запускаем эти китайские шарики в небо и загадываем желание. Яна, это деньги на ветер. Я вон в прошлом году их запускал, загадывал желание, чтобы у нас больше таких праздников не было. И все, ничего не сбывается. А вот это что за шарик? 70 тысяч. Ну, это шарик побольше. Зато один. Мы садимся в него, поднимаемся, а потом опускаемся и очень эффектно появляемся перед нашими гостями. Значит так, смотри. На 5-летний юбилей мы с тобой будем заказывать самолет. Вместе с самолета спрыгнем с парашютами. Всех гостей попросим, чтобы они тоже спрыгнули сверху и своими телами выклали слово «Горько». Да? Что ты сейчас делаешь? Записываю. Ну, это реально крутая идея на следующую годовщину. Ой, мы как раз перешли к мастер-классу по танцам. Я специально наняла тебе хореографа. Но ты же по-любому не помнишь наш свадебный танец. 20 тысяч? Раз, два, три. 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 Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Фу, хоть на чем-то сэкономил. Так, хорошо. Что это у нас за парад? Это парад. 50 официантов будут проносить мимо нас еду. Слушай, а не сильно или круто за 15 тысяч посмотри, как люди с нашей едой ходят? А, не, они потом вернутся, и можно эту еду будет кушать. Саша, ну, пожалуйста, я очень хочу этот парад, потому что потом такая классная будет сторис в Инстаграме. Это капец. Почему я не стал геем? Для того, чтобы на мне жениться. Да нет, у них хоть парады за счет государства проходят. Яна, короче, ну нафига мы празднуем этот юбилей? Саша, чтобы нам подарили подарки! Между прочим, моя мама сказала, что мой папа наконец-то разглядел в тебе зятя и решил подарить нам в честь нашей бумажной свадьбы... Что? Рулон туалетной бумаги? Почти. Бумажный заводик, а вернее свой картонно-бумажный комбинат. Серьезно? Я богат. Господи, дай мне сил дожить с ней до золотой свадьбы. Так, Яночка, конечно, в чем вопрос? Конечно, будем праздновать. Все вот это берем обязательно, даже этих карликовых жирафов. Все берем. Спасибо. Я богат. Яна, но если у нас... Завтра годовщина свадьбы, то сегодня у меня годовщина мальчишника, и я иду отмечать его с Толиком. С каким Толиком? Ты что, думаешь, я с такими деньгами себе какого-то Толика не найду? Саша! А, ну да, да, точно, точно. Яна, я тебя люблю. Саша, блин, иди сюда! Соседки не знали, что подарить бабушке на день рождения, поэтому заказали километровую очередь в ЖЭК. Другой бабке в собезе объясняли, что такое электронная очередь. Создалась обычная, и игра пошла по бабкиным правилам. Ну а наша знакомая бабушка пошла в аптеку и попала именно в такую ситуацию. Подождите, 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 пожалуйста, подождите, подождите. Девушка, девушка, есть у вас активированный уголь? Конечно, есть, мужчина. Дайте. Перед вами уже мужчина. Извините, пожалуйста, мужчина, вы выбрали себе презервативы? Да.
Размер я уже решил какой. XXXS. А. Вот, а со вкусом и запахом пока не определился. Ага. Мужик, давай быстрее, а то мы тут сейчас все с запахом определимся. А что случилось? На пляже арбузом траванулся. Ой, кстати, появились новые со вкусом дыни и арбуза. Ой. Вы что, издеваетесь, что ли? Мужик, набери любые. Тебе что, их жрать, что ли? Слышь ты, Сирун. Еще? Еще держусь пока. Потенциальный. Блять. Меня там женщина ждет. Так вот, если она мне сегодня вечером не даст надежду, то я с тебя деньги возьму за 4 ресторана, кафе и мороженое. Девушка, а которые из них светятся? Вот эти. А хорошо светят? Читать можно. Ты что, боишься, что она его без подсветки не найдет? Ты... Ой. Давайте, наверное, все-таки вот эти. Светящиеся не берите. Ненадежные. Да ты-то что лезешь? Тебе-то уже какая разница? Я считаю, люди должны помогать один одному. Кстати, можете пропустить без очереди? Я быстренько, без сдачи. Только памперсы куплю и все. А то сейчас проснется, и такой сюрприз будет. Ой, если я сейчас угля не куплю, тут такой сюрприз начнется! Девушка, давайте, наверное, вот эти вот. Да. Вам одну штучку или одну пачку? А вот эти таблетки, которые вы мне дали, они точно подействуют? Конечно. Тогда давайте пачку. Ой, мужчина, мы их еще не оприходовали. Подождите, ну так и хорошо, что не оприходовали. Я бы и сам их хотел оприходовать. Не, вы неправильно поняли. В смысле, мы их еще не завели в кассовый аппарат. Ну я-то свой аппарат уже завел. Не могу уже терпеть. Девушка, где тут у вас туалет? Идете прямо по коридору. Да. Поднимайтесь на второй этаж. Да. И там до конца налево дверь. Только он не работает. Ты... Сергеевна. Света я. Сама куда ходишь? А, за гараж... Ой, вы знаете... Не могу вам сказать, потому что меня оштрафует вот тот молодой человек в форме. Полиция же должна помогать гражданам, да? Ну, вообще-то да. Да, и фуражку посмотреть. Я на такое второй раз не ведусь. Аптека... обслуживает льготников? Конечно, бабулечка. Подвинься, я пройду. Пожалуйста. Аккуратно, бабулечка, живот болит. Не бзди, прорвемся. Бабушка, тут вообще-то очередь. Заткнись. Пенсионеры обслуживаются вне очереди. Я с ребенком. Подождет, у него вся жизнь впереди. Девушка, давайте мне любые презервативы вообще. Вы извините, но я по закону вначале должна обслужить пенсионерку. Бабуля, я все понимаю, закон есть закон, но можно я перед вами куплю один маленький презервативчик? Конечно, можно. Спасибо. Только после меня. Отвали жир. Да выбирался парфюмер. Здравствуй, внученька. Здравствуй, бабушка. А вам что? А мне по списку. Давайте ваш список. Сейчас найду. Секундочку. Девушка. А? А эти таблетки, они через сколько действуют? Через 5 минуточек. Бабуля, поспешите, это в ваших же интересах. Нашла! Нашла? Квитанцию за свет нашла.
А где ж список-то? Секундочку. Бабулечка, бабушка, цветочек вы наш аленький, вяленький. Ой, дайте я пройду, мне надо лекарство купить от живота. От живота? Да. Так это тебе не лекарство надо. Сейчас тебе бабушка средство народное даст. Вот, держи. Сердилей. Какой еще сер... Дилей. Натираешь его. Да что же она делает, господи? На крупную терку. И 3 дня настаивать надо. Да нет у меня 3 дней. А так он как слабительно действует. Внимание! У нас у всех очень мало времени. Лично я за себя вообще через минуту не ручаюсь. Бабуля, можно быстрее искать, а? Ищу, секундочку. Бабулечка, пока ищете, можно я памперс куплю, а? Братан, и мне возьми. Блин, ну не отвлекайте ее. А? От чего не отвлекайте? Да от списка вашего. От какого списка? Лекарств! Ой, а что его искать-то? Вот он. Вот он. Прочти, внучка, я в этих очках не вижу. Так, валерьянка есть. О. Пирожки с капустой, пирожки с картошкой, что это? О, это не тот список. Это список на 9 дней Никитишны. Это уже ненужная бумажка. Ай, какая нужная была бумажка. А где же список-то? Секундочку. Девушка, а да. Есть здесь поблизости еще одна аптека? Конечно, выходите и по улице направо идете 2 перекрестка. Понял. И переходите дорогу. Ага. Только она не работает. То есть, получается, круглосуточно работаете только вы? Только я. Тогда вы доверху халатик застегните. Что? И рот закройте. Мало ли что. Слушайте, бабулечка, может, и не было у вас списка никакого, а? Какого списка? Ой. Блин, да лекарств! Ай, вспомнила. Я его в платочек положила. Вот он хорошенький. Вот он хорошенький. Вот он хорошенький. Вот он. Можете арестовать ее за издевательство над людьми? Пожалуйста, не кричите. Сейчас мой богатырёша проснется, всем мало места тут будет. А мой богатырь Игорёша уже проснулся! Бабуля! Бабка! Баба! А ты хорошенькая. Нашла! Вот он, солнышко. Прочти давай, зачти. О, господи, а что это за каракули? А это мне доктор написал. А, девушка, может, я смогу помочь? Да, пристрелить эту коргу. Да нет, нас на курсах учили почерк расшифровывать. Так, значит, писал левша. Почерк уходит вниз, значит, он был не уверен в себе. Это может быть зацепочка. Да ты можешь прочитать, что там написано? Да, рецепт. Да, это там напечатано. Ну? Вот это что? И дальше понятно. Почерк абсолютно неразборчив. Спасибо, помог. Пожалуйста, обращайтесь. У тебя такие теплые руки. И форма очень красивая. Чего ты? Так хорошо сидит. Все. С облегчением. Да не, вроде отпустила немного. А, это наша бомбочка. Ну что, малыш, идем в море купаться? Ух! О, точно. Море. Так, дайте мне сюда эту бумажку, я сейчас все прочитаю. Так, вылизон,
боже мой. Вазелин. Валидол. А, валидол, точно, да. Валидол есть. Так, как топлес. Как топлес. Каптопресс. Да, каптопресс. Есть. Так, артефак? Фак? Артофен. А, да, артофен. Ой, это мне надо идти на склад. Не надо на склад, аспирин. Мне кажется, доктор говорил артофен. А написал аспирин. Слушайте, это абсолютно разные лекарства. Закрой рот и принеси аспирин. И еще 2 пакета льда. Есть. Я что-то не слышала про лед. Это для меня. Вернее, для него. Ну, это... Все. Нет, не все. Там еще что-то написано. Гельден, Шмельдер, Шкландер, Гельден. Бабулечка, это подпись врача. Точно, еврей был. Так, ну что, все? Ну, раз все, солнышко, мне только по пенсионному все пробей. Давайте свое пенсионное удостоверение. Сейчас найду, секундочку. Девушка, ну видно же сразу, видно, что это пенсионер. Я понимаю, мужчина, но мне нужно внести в компьютер данные, это по закону. Кто придумал эти дебильные законы? Ой, да что ж море сегодня так штормит-то, а? А-а-а! Вы еще здесь? Фашисты! Немцы в городе! Хэндехох! Бабулечка, спокойно! 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 Че? Засуетился полицай? Да он шутил про немцев. Отдайте, пожалуйста. А, дай. За оружием следить надо. За пенсионным своим следите. Сейчас найду, секундочку. Господи, ну, бабуля, вы, может, вы вовсе и не пенсионер уже? Как это? Ты что, не видишь, что ли? Да вот вы пока в очереди стояли, Рада уже могла принять закон о том, что пенсионный возраст теперь 75. От гады, от сволочи, от паразиты. Вам-то что переживать? Вам-то, поди, 73 нету. А вот так вот, если кожу немножко растянуть, и 70 не дашь. Нашла! Я его положила в кармашек. Всем оставаться на своих местах! Ты удостоверение медленно опусти. У нас тут свой пенсионер имеется. А ну стоять, холодец. Я первое, вот пенсионное. Пенсионное и инвалидное. Третья группа. Вторая. Ветеран труда. Ребенок войны. Чернобыль. Многодетная мать. Ветеран государственной пожарной службы. Вдова ветерана государственной пожарной службы. Дважды. Прости, сынок, у нее флеш-рояль. Ничем помочь не могу. Слышь, дед, 100 гривен верни. А всех тебе догони, усерыш. Ах ты. Ого. Стой. Бабуля, ну давайте, быстрее. Сколько трофеев набрал. Давай. Алло, да, Ксения, где я? Я в аду. Ну, я через 10 минут буду у вас. Да, это смеялся сам дьявол. Так, ну что, выходит 66 гривен 666 копеек.
Я так и знал. Ой, а что это там такое дорогое? Лекарство! Внучек, чего ты нервничаешь? Тебе успокоиться надо. Дай телефон. На вот, к уху приложи. Кто это? Это пенсионный фонд. Слушай, расслабляйся, они все равно трубку не возьмут. Бабулечка, бабулечка, можно побыстрее? Сейчас бабушка рассчитается и купишь свои наркотики. Кошелек только найду, секундочку. Ну, и где ты это сделал? А это уже не важно. Ой, нашла, нашла. Сколько ты говорила там, внук? 66 гривен. Одна гривночка. Вторая гривночка. Бабулечка, давайте я за вас рассчитаюсь, я на вызов опаздываю. Вот, а говорят, у нас полиция какая-то не такая. Слушайте, так вот, все то, что бабушки, и, пожалуйста, антиполицай. Конечно, пожалуйста. Понабирают алкашей. Фу. До свидания. Девушка, дайте любой, вообще. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну так что, дадите угля? Конечно, пожалуйста. Да ладно! Блин. Черт. Девушка, я хочу вернуть презервативы. Дайте мне прокладки 4 капельки. Где этот минер? А? Машину закрывать надо, машину понятно? Машину закрывать надо, да? Машину закрывать надо. Кто на главу приют, на ЖЦА? На главу полицейский приют. Женщина для мужчины готова на все. Только если мужчина готов за это все заплатить. О непростых семейных отношениях новая песня Виктории Булитко и Сергея Писаренко. Все, милый, в этом мире для тебя. Да. Да, такая, видно, женская судьба. Все мысли и все действия мои лишь только для тебя и для любви. Да. Все деньги, что я трачу на себя, на самом деле это для тебя. Все новые коллекции белья меня не возбуждают, а тебя. Меня, да. Тела, бутены, дольче и диор. А это что? Дубленки, шубы, на зубах фарфор. Чтоб все сказали, этот муж не лох. Я не лох. Раз он жену одеть прилично смог. Все спа-салоны снова для тебя ж. Лица и попы делаю массаж. Чтобы восхищались все друзья твои, расхваливая прелесть Майи. Еще мечтаю груди накачать тебе, чтоб мягче и удобнее спать. Футбол смотреть и пиво не держать. Бокал удобно может здесь стоять. Два. Тебе, чтоб подогреть твой интерес, твои проверяла СМС. Так. Тебе, чтобы сделать праздник в Новый год, от карточки твоей взяла пин-код. А где карта? Машину я разбила для тебя. Не напоминай. Чтоб понял, всех дороже тебе я. А пьяный уходила ночью в клуб. Зачем? Чтоб выспаться ты смог, а мой супруг. И маму к нам селила для тебя. Хотела, чтобы вы стали с ней друзья. Ну. Чтоб в твоего общения узкий круг добавился один непьющий друг. Это мама за непьющих?
для тебя отдала год и лучшие я. Опадает уже желтый лист, не поймешь ты меня, эгоист. Никто тебя не любит так, как я, родная, несравненная моя. Живу и существую для тебя, мне ничего не нужно для себя. Теперь насчет одежды и белья. Все нравится, но только не цена. Ты, дорогая, просто мне поверь, я без трусов люблю тебя еще сильней. С друзьями я бухаю для тебя, чтоб стала ты красивей для меня. Массаж и тренажерный спа-салон легко заменит пиво с коньяком. И тещу я, поверь, свою люблю. Я мать твою вообще боготворю. Подрался я с ней только для тебя, чтобы не влезала в наши отношения. И деньги свои прячу от тебя. Чего? Чтоб зиму скоротать, любовь моя. Не отключили нас из-за долгов, чтобы не замерзли мы с тобою без трусов. Машину я решил в ремонт отдать, чтоб дальше это чудо созерцать. Какое чудо? Как ты паркуешь наше БМВ с разгону в супермаркет ВТБ. Тебе не изменял я никогда. А анализы? Анализы сдавал я для себя, чтоб убедиться, дорогая, вновь, что наша в безопасности с тобой любовь. Для себя, для себя, для себя. Не найду ни минутки, ни дня. Все тебе, все тебе, все тебе. Отвечно бубу, бе-бе-бе. Мои скандалы только для тебя. Но. Чтоб крепче стали нервы и семья. Конечно. А вечные истерики мои не мне одной нужны, а нам двоим. Но. Когда кричу, ты ж все равно молчишь. А что? Этим страшно бесишь, мой малыш. Ты лучше б дал мне в глаз или в фарфор. Что, можно было? Чем в тишине смотреть на твой игнор. Я с кумом изменила для тебя. Ну, ты вообще... Поверь, я это делала, любя. Ну, конечно. Что просто доказать самой себе. Что? Что кум отстой, а ты на высоте. Ах, ну да, я ж забыл. Класс. Над шутками твоими я смеюсь. Я знаю. Хоть знаю все три шутки наизусть. А что три-то? А этот вот мой. Чтоб думали, какой ты юморной. Я не юморной. Когда всем говоришь, что в 50 ты за ночь можешь пару раз подряд. Я могу. Лишь для тебя не выдам твой секрет. Ну? Что это про походы в туалет. С тобой согласна ехать хоть куда. Куда? Милан, Париж, Карибы, США. Это где? Зовут давно в круиз меня, друзья. Но в Трусковец мы едем для тебя. О, для себя, для себя, для себя. Не найду ни минутки, ни дня. Все тебе, для тебя, от меня. А ты, падла, не ценишь меня. Не знаю даже я, с чего начать, но все-таки придется отвечать. Заехал прямо сейчас в тебе в фарфор, но сам с кумой устраивал фурор.
скандалах почему всегда молчу? Я искренне понять тебя хочу. Во всем похожа ты на свою мать. Без повода полдня можешь стоять, орать. А если ты не хочешь в трусковец, не хочу, вали к своей мамаше в козелец. Картошку вместе будете копать, чтоб прокормить зимой твою ядрёна мать. Про анекдоты ты конкретно врёшь. Ты не смеёшься с них, ты дура ржёшь. И хоть их у меня всего лишь два, но мне хватает их для настроения. А то, что я два раза в 50, то это и врачи нам подтвердят. Уж лучше за ночь пару раз вставать, чем рано утром вновь сушить кровать. В круиз поехать тоже я хотел. В Испании на море снять хотел. Но в 50 мне говорил отец, мужчине раз полгода нужно в трусковец. Живу я, дорогая, для тебя, роднимая кровиночка моя. А если что со мной произойдет, ты знаешь, все тебе наследство отойдет. Для тебя, для тебя, для тебя существую я лишь для тебя. Приношу все доходы свои, от тебя ж только дети мои. Но не факт. Оборзела, что ли? И вот так день за днем мы с любимыми вместе живем. Ради мужа и ради детей, для работы и ради друзей. Повторяем себе день за днем, для себя мы еще поживем. Вот на пенсию выйдем вдвоем, и тогда для себя поживем, если мы до нее доживем. Я знаю, кто в такой ситуации может помочь. Конечно же, семейный психолог. Ну что ж, здравствуйте. 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 Яна, что мы здесь делаем? Мне подружка посоветовала, сказала, что он самый лучший. Она что, и с ним переспала? Я попрошу минуточку внимания. Обычно я практикую индивидуальные занятия, но сегодня решил попробовать групповые. Знаете, когда пары слышат чужие проблемы, возможно, их собственные уже не кажутся такими страшными. Давайте попробуем. Вика, это точно не тот доктор, который кодирует? Саша, точно. Смотри мне, я тебя второй раз не прощу. Я семейный психолог, и я помогу решить вам ваши проблемы. Проблемы точно кодирует. Да успокойся, никто тебя не будет кодировать. Поклянись. Саша. Скажите, а сколько лет вы в браке? 10. Вообще-то 5. У меня год за 2. Ну вот что с ним делать, доктор? Отвечу чуть попозже. А у вас, может, есть какие-то проблемы с вашей половинкой? Да, в принципе, все устраивает. Ну, разве что тетюлечки чуть побольше бы. А у вас, может, какие-то проблемы? Такие же. Только он хочет на 2 размера больше, а я на 3. Понимаете, ваша проблема совсем не в груди. А что, в губах? Нет. У меня нос большой. У меня нос маленький, у меня уши как у слона. Да нормальные у вас уши, успокойтесь.
Вам нужно полюбить себя такой, какая вы есть. Такой уродиной! А вам нужно принять вашу супругу такой, какая она есть. Так а что, с супругой у меня все нормально. Я все проблемы там решил. 150 штук вложил, ё-моё. А это, простите, не жена? Нет, конечно. Вы пришли к семейному психологу с любовницей? А чё, с этим какие-то проблемы? А нет никаких проблем. Класс. А теперь с вами. Скажите, пожалуйста, как зовут вашу прекрасную супругу? Марина Францевна. Хорошо. А теперь назовите ее как-то ласково. Мариночка Францевна. И еще ласковей. Маринунечка Францевнулечка. Не обязательно называть супругу по имени-отчеству. Обязательно. Знаете, сегодня можно без. Я разрешаю. Я должен получить официальное разрешение. Можно. Ну, хорошо. Назовите ее каким-то пушистым зверьком. Мамонт. Ну, знаете, лучше каким-то маленьким пушистым зверьком. Маленьким? Маленьким. Мамонтенок. А Мариночка Францевна, а скажите, пожалуйста, а у вас есть какие-то проблемы? Моя проблема только что с вами разговаривала. Ну, дорогие мои, ну что, больше разве нет никаких проблем? Ну, смелее, смелее. Есть. Говорите. Синяки, ушибы, ссадины. Это бытовые травмы. Что вас не устраивает с супругой? Бытовые травмы. Так, знаете, мне кажется, надо заглянуть в корень наших проблем. И вот, например, Вика. Как вы думаете, когда в вашем браке настал тот момент, когда что-то пошло не так? Со свадьбы. Просто мои родственники подарили стиралку и телевизор, а его родственники подарили драку и разгромленный ресторан. Ну что ты начинаешь сразу, а? Нормальные пары в первую брачную ночь деньги считают, а мы долги за разбитую посуду. Ну а у вас бывают какие-то ссоры, скандалы? Ну, конечно, как у всех. Угу. И кто, так сказать, инициатор? Да понятно кто. Жена. Яночка, а у вас какие претензии к вашему партнеру? Ну, он любит меня, а женат на другой. Угу. А вы хотите, чтобы он развелся и женился на вас? Нет, я хочу на Мальдивы. Очень хорошо. Ну, то у вас корень всех проблем, это уже, конечно, понятно. Кто? Врачебная тайна. Пока секрет, пока не будем этого открывать. Дорогие мои друзья, давайте мы с вами поиграем в ассоциации. Я буду говорить слово, а вы первое, что приходит вам на ум. Сашенька, давайте попробуем с вами. Итак, свадьба. А матюкаться можно? Нежелательно. Тогда дальше. А теща? Вот как свадьба, только матюков в два раза больше. Викочка, давайте попробуем с вами. Да. Вы готовы? Да. А муж? Сволочь, козел, алкоголик, бездарь, лентяй. Нет, стоп. Надо сказать только первое, что приходит на ум. Но это все мне пришло на ум одновременно. Яночка, а может мы с вами поиграем в ассоциации? Да, давайте. А во что? В ассоциации. Я говорю слово, а вы первое, что приходит в голову. Куда? А, да, поняла. Угу. Вы готовы? Угу. А мужчина? Деньги. А секс? Деньги. Скандал? Много денег. Хорошо, давайте попробуем так. Деньги.
Доктор, ну что вы сделали? Она зависла. Не надо так волноваться. Это просто когнитивный диссонанс. Блин, вот сейчас она вообще поломалась. Ну не волнуйтесь вы так. Это легкий шок. Сейчас она к нам вернется. Яночка, внимание, селфи. О, прикольно. Это типа как вкл-выкл, да? Когнитивный диссонанс. Селфи. Когнитивный диссонанс. Селфи. А, Егор, Егор, не злоупотребляйте. Селфи. А теперь давайте, Женечка, с вами поиграем в ассоциации. Итак, жена. Боль. А секс? Боль. Футбол. Боль. Боль. Марина Франклин. Знаете, у многих пар корень проблем кроется в сексе. Вот у вас есть проблемы в сексе? У меня нет проблем. У тебя есть проблемы? Смотри, а то будут. Для того, чтобы наладить интимную жизнь, нужно оставлять все свои проблемы за пределами спальни. За пределами спальни? Именно. Мариночка, ты можешь спать на кухне? Ты сдурел? Я только в спальню холодильник вчера перетащил. А вот, кстати, вопрос ко всем. Кто занимался сексом в каких-то необычных местах? Холодильник считается? Подумайте еще. Александр, может, вы? А, да, было дело. В кинотеатре на последнем ряду. Что-то я такого не помню. А что, надо было обязательно с ней историю рассказывать? Саша! А вот для того, чтобы вернуть страсть, многие пары практикуют ролевые игры. Ой, да-да-да, мы когда-то играли. Я была девушкой по вызову. Ну как играли? Мы, собственно, так познакомились. А мы как-то играли в серого волка и красную шапочку. О, круто было, да. Сначала волк попросил выпить, а потом с криками «Я тебя съем!» покусал мою маму. Ей еще потом 40 уколов делали. Может, вы расскажете что-то? А мы тоже играли в ролевую игру «Учитель и плохая ученица». Я ему говорю: «Учитель, я не выучила урок, накажите меня». А вы, Евгений? Я сказал, что я ничего не задавал. И вообще у нас карантин до осени. Хорошо. Теперь предлагаю перейти к практическим занятиям. У нас будет тест на доверие. Жены будут падать, а мужья будут их ловить. А можно мы не будем в это играть, потому что я ему не доверяю? Почему? Потому что он из ЗАГСа меня выносил, уронил. Я тогда сам упал. Пуся, Пуся, давай, я готова. Давайте. Давай. Будь готов? Да. И... Ты че, Янка? Пуся, ну че ты меня не словил? Да короче. Присаживайтесь. Ну, давайте теперь с вами. Прошу вас. Проходите. Закройте глаза, улыбнитесь, ручки вот так, и аккуратно. А можно она не будет падать? Ага, то есть вы боитесь, что вы ее не поймаете? Да, я боюсь, что я не выживу. Я тоже не хочу брать грех на душу. Садись. Да что ж такое, с вами ничего не работает. Но есть еще один способ. Давайте попробуем визуализацию. Пожалуйста, закройте глаза. Закрывайте, закрывайте. И представьте, что у вас нет никаких проблем. Все хорошо, нету никаких проблем. Марина Францевна, куда вы исчезли? Класс. Доктор,
Да. А можно один вопросик? Конечно. Куда тело девать? А какое тело? Тещина. Саша! Давайте просто вспомним момент, когда вам было хорошо. Вот вам. Когда вам было хорошо? Когда доллар был по 8. Когда вам было хорошо с Яночкой? Ну, я про это и говорю. Ты знаешь, сколько на нее долларов надо? Капец. А вы? О, помню. Февраль 14 года. Мы с Викой в больнице. Это когда у нас родился ребенок? Не, когда у твоей мамы диарея была. Ну, может, хоть вы вспомните хотя бы один день, когда вам было хорошо. Я? Ну, конечно. К точную дату не помню. Угу. Помню, я очнулся. Она у меня спросила: тебе было хорошо? Если бы я ответил отрицательно, мне было бы очень плохо. Женечка, дорогой мой, вы какой-то зажатый. Понимаете, как будто что-то на вас постоянно давит. Я думаю, вам надо выговориться, открыться, да? И сказать вашей супруге все, что вы о ней думаете. Доктор, а вы можете гарантировать мне безопасность? Ну, я просто доктор. Ну, тогда вот так. А вы что, с тобой постоянно носите шлем? Ну, а вдруг ей резко захочется? Хорошо, давайте так. Итак, скажите вашей жене все, что вы о ней думаете. Говорите. Можно? Говорите. Я тебя... Не бойтесь. Мы все... Смелее! Мы... Евгений, говорите все, что вам подсказывает ваше сердце. Отче наш, жизнь на небесе! Сядьте, пожалуйста, на место. Сядьте, пожалуйста. Так, дорогие мои, давайте мы сейчас все встанем, посмотрим друг другу в глаза и скажем: я с тобой, потому что... Я с тобой, потому что ты... Богатый. Понятливый. Я с тобой, потому что у нас дома всегда все вкусненькое и чисто. Так это же все моя мама. О, замкнутый круг получается у нас. Я с тобой, потому что ты самая лучшая женщина. Кто на меня еще такого позарится? И попробуй я куда-то дернусь. И я тебя люблю! Как часто мы задаемся вопросами, типа, а что будет, если? Вот мы тоже задались и на некоторые вопросы ответили. Посмотрим, что же из этого получилось. Если каждый украинец заделает по одной яме, в Украине станет больше хороших дорог. Если каждый водитель даст по пенделю работникам Укравтодора, то ям меньше не станет. Но нам станет приятно. Если каждый украинец посадит по одному дереву, то в Украине станет больше лесов. Если посадить одного чиновника, ответственного за вырубку, то станет не только больше лесов, но и меньше на одного запроданца. Если каждый украинец полностью оплатит долги за коммуналку, у нас не будет задолженности перед правительством. Если правительство заплатит всем украинцам все то, что нам обещали, они нам еще останутся должны. Если каждый украинец начнет сортировать мусор, то мы сможем улучшить экологию в стране. А если мы научимся сортировать мусор в избирательных списках, то сможем улучшить и Верховную Раду, и правительство, и все службы в стране.
Если каждый украинец будет строить такую страну, в которой он хочет, чтобы жили его дети, то все будет хорошо. Вот тут согласен. Потому что наши чиновники больше строят в тех странах, где учатся их дети. Может, запретить детям чиновников учиться за границей? Нас часто спрашивают, как вы вот все успеваете, концерты делать, сериалы снимать. Вы хоть дома бываете? Вы знаете, зачастую актерам Дизель Студио удается пообщаться со своими детьми именно на съемочной площадке. Да, поэтому наши сценаристы часто придумывают номера, в которых участвуют именно наши дети. Так появился сериал «Папаньки», и так придумался наш следующий номер. Под ваши аплодисменты диалог отцов и детей. Бачуть в снах і малюють вони все світи, де немає війни. Де любов все долає, і тихо питають, чи можливо таке на нашій землі. А я чекатиму стільки, скільки треба, захищатиму свою Україну, охоронятиму. Буду тримати небо, небо триматиму, лише для тебе я. І нехай вже не вірять вони, що десь є ті чарівні світи. До війни вже звикають, що навколо стріляють і не хочуть знайти. А ти? А я шукатиму стільки, скільки треба, будуватиму світи для тебе, й не мовчатиму. Буду тримати слово, слово триматиму, лише для тебе, син. Скільки, скільки треба, працюватиму свою країну, не продаватиму. Буду благати небо, небо благатиму, лише за тебе. Аплодисменты самым младшим актерам Дизель Шоу! Спасибо, друзья! Дякуємо щиро!